Всем привет, дорогие друзья! Итак, сегодня готовим вкусный салат. Скоро Новый год. Все хозяйки начали думать уже о том, чтобы вкусненького приготовить такого. Я вот решила сделать салат из свеклы, сыра, чеснока, яиц. Все будет заправлено майонезом и украшено зеленью. Итак, начнем делать. Все ингредиенты натираем на крупной терке, за исключением чеснока. Свекла, яйца, сыр, чеснок, майонез. Вот такой получился замечательный салат. Хочу сказать, что с одной стороны простые ингредиенты, но учитывая обстановку в 2021 году относительно привычных для нас с вами овощей, в том числе и свеклы, получается, что салат у нас с вами сельдеперстовый, очень дорогой и богатый. Вкусный, простой в приготовлении салат из свеклы, сыра, яиц, чеснока. Дорогие друзья, до новых встреч. Всем пока-пока. Пишите ваши комментарии, какие салаты вы планируете приготовить на праздничный стол.